Добрый день. Меня слышно? Слышно. Добрый день. Одна из основных тем сейчас в сети – это закон о суверенном интернете. Со стороны это выглядит так, как будто мы пытаемся снова изолироваться железным занавесом от внешнего мира. Блогеры и пользователи в сети недоумевают, зачем это делается. Можете честно ответить, зачем приняли этот закон? Закон. И прежде чем начнете отвечать, хочу сказать, что в Москве у меня самая вкусная шаурма. Всех приглашаю. Спасибо. Хорошо, молодец, воспользовался. Все хотят вас накормить. Для того, чтобы прорекламировать товар. И правильно сделал. А вопрос-то еще. О суверенном